В 11 раз противопожарная служба Архангельской области проводит областные соревнования. Сегодня в соревнованиях участвуют ни много ни мало 22 команды, и это показатель. Если сравнивать те результаты, которые были на первых соревнованиях и вот на предыдущих, то можно увидеть, что мастерство растет, количество участников растет, ну а раз растут показатели в соревнованиях, значит растут показатели и в боевой подготовке. Почему пожарно-прикладной спорт прикладной? Потому что те навыки, которые вы получаете при подготовке к соревнованиям и в ходе проведения обучения у себя в подразделениях, они помогают вам и в жизни, и в работе, и в выполнении своих обязанностей. С нами будет весело, мы живем горячие, нам повезло. Все вместе в раз, все вместе в раз. Холод нипочем, мы играем, учимся, жизнь нас бьет ключом. Я живу в Коряжме, я ее люблю, всех друзей на праздник танцевать зову. Вы танцуйте с нами, будет весело, мы живем в Коряжме, нам повезло. Все вместе в раз, все вместе в раз. Патроны кончились. Давай, Коля. Молодец. Давай. Пошел. Молодец.
Все, Леха, давай под зал. Отпускай, отпускай руку. Правую! Ствол бери! Ускоряйся! КПС номер 16, Котиного Лева, Фоновский район, КПС номер 10. Женя бежит! Чего бежать? Бежать! Хорошо идет! Оп-оп-оп-оп-оп! Пошел! Thank you.
неплохие результаты, в общем-то, показывают работники противопожарной службы в общей сложности. Что отмечено, что результаты стали плотнее друг к другу. И общий, так скажем, средний результат, он от соревнований к соревнованиям повышается. Сегодня второй день соревнований. Еще интереснее. Почему? Потому что два вида командных. И здесь совершенно непредсказуемо. Срыв одного из членов команды может привести к тому, что обнулится результат. Вот, в принципе, что и происходит. То есть сама интрига, она вот только сейчас разворачивается. А вот если есть ли команды аутсайдеры такие вот явно, и с чем это может быть связано? Вот я еще раз хочу сказать о том, что, во-первых, проигравших в этих соревнованиях просто не будет. Почему? Потому что каждый, даже из тех, кто занял последние места, он приехал сюда не зря, получил определенный опыт и соревновательный, и профессиональный, и так далее. Вот. И это не самая главная задача, которую мы ставили перед собой, организовывая эти соревнования. Лучшие результаты, вот и по вчерашнему дню, так скажем, это у хозяев этих соревнований, у 33-й. Значит, сегодня... Ну вот, итоги сейчас подводят, посмотрим. Есть уже и технические моменты, есть перезабеги. Допустим, Приморье сейчас будет вторую попытку делать. Почему? Потому что был технический сбой на финише. То есть это нормальная работа на соревнованиях. Что радует? О том, что здесь нет равнодушных людей. Все, кто сюда приехал, из какого бы муниципального образования они ни были, они приехали сюда соревноваться. И это здорово. Итак, коллеги, к пьедесталу приглашается Акулов Вячеслав, Дураков Павел, Матеев Максим. Награждение проводят за первое место руководителя агентства. Спасибо. Дураков Павел спас город Коряжма, занявший второе место. Подъеме по штурмовой лестнице на 104 этажа учебной месте, учебную башню изменяясь в общем зачете. Награждается Огольцов Евгений, занявший первое место, занявший второе место. Ерофеев Андрей, КГБ 17, Устьянский район, занявший третье место. Так, Шняков Владимир. Афанасьев Сергей. Песков Виталий, Еремин Евгений. КГБС номер 21, Котловский район. Давай еще подвинемся, еще один влезет. Стоп. Место хватит же, все влезут. Все влезут. Машина прям. Команда КПС 7, город Коряжма, занявшая первое общекомандное место среди подразделений противопожарной службы Архангельской области. Медалями, дипломом, телевизором и кубком на постоянное хранение. Вот это медали, ребята. Вот это молодцы. Команда КПС 17, Устьянский район. Все ребята молодцы.
готовились серьезно, подошли к этому вопросу. Тренировки регулярные были, 3 раза в неделю. Все ребята не пропускали, ходили, ответственно подошли к этому вопросу. Вот. И, как видите, выступили хорошо, выложились на 100%. Наиболее сложное, конечно, все ответственные такие старты-то. Но наиболее сложное и самое такое, это, наверное, боевое развертывание. Тут любая мелочь может привести к краху, в общем, так скажем. Вот. Ну а так, все виды, все они ответственные такие, как бы сложные. Легко не даются. Насколько все-таки вот эти вот все задания, которые в пожарно-прикладном спорте, насколько они в реальной работе будут помогать пожарным? А все. Боевое развертывание, оно, можно сказать, на любом пожаре пригодится, оно, ну, как бы всегда выполняется, это боевое развертывание. Ну и, естественно, скорость, ловкость соединения рукавов, 100-метровая полоса. Ну и да, выдвижение трехколетной лестницы, поднятие в 3-й этаж. Учебная башня также используется на пожарах трехколенной лестницы. И штурмовая лестница, конечно, редко очень, но бывают тоже такие случаи, что приходится подниматься и на ней.